Всех приветствую, вы на канале Black Market, и сегодня у нас 13 мая 2018 года. Я хочу рассказать про экономическую игру с выводом реальных денег, в которой я буду зарабатывать. Называется она «Остров сокровищ», полностью без баллов кэшпоинтов, работает 13 дней уже. Статистика проекта: 567 человек зарегано, инвестировано здесь уже 3672 рубля и выплачено 1893. 10 прогрессаций получаете 100 монет в подарок, это у нас 100 рублей, то есть и 15% на вывод за пополнение рефералами, игра без баллов и лимитов. Так, есть различные фишки проекта, здесь вы можете разместить свои баннеры, есть различные платеж системы, также группа ВКонтакте, где вы можете посмотреть основные новости проекта, скринов других участников и написать админов техподдержку. Простая регистрация, вводите свой email, придумайте логин и пароль, давайте перейдем. Мой личный кабинет, здесь представлена вся ваша основная информация, пока что я здесь 0 инвестировал, вот мои личные данные, логин, ID, почта, обязательно здесь установите платежный пароль, здесь можно также изменить основной пароль, так, сейчас я сохраню свой пароль платежный для вывода средств, это делается обязательно, так, все, я установил свой платежный пароль, давайте я сразу пополню здесь баланс. Нажимаем пополнить, здесь есть различные платеж системы, Payeer, Яндекс, Фрикасса и Visa. Так, нажимаем Payeer, 1 рубль равно 1 серебряная монета, видим, как при регистрации нам удалось 100 рублей, то есть это 100 серебряных монеток. Так, выбираем 100 рублей уже здесь и пополнить. Оплатить, перебраться на Payeer, мы должны выбрать рубли, подтвердить и идет переадресация. Так, все, оплачиваем, видим, что не берет комиссию, это хорошо, то есть игра берет на себя, это админ. Так, вернуться в игру. Так, все, я пополнился. Получается, здесь еще бонус при пополнении. Так, давайте зайдем сразу в новости. Так, при пополнении счета от 100 до 500 рублей, искатель первого уровня в подарок. То есть здесь, видите, бонусы различные. Акция продлится по какое-то 10 мая. Давайте зайдем в искатели сокровищ. Здесь мы зарабатываем на таких различных персонажей. Всего их 6 штук. Чем дороже персонаж, тем больше прибыли он приносит и быстрее окупается. И также у каждого, получается, персонажа есть навык поединщика. Сейчас я расскажу, как это. Так, давайте сразу приобретем все персонажей. Так, 230 рублей у меня есть. Попугая Флинта давайте купим. Так, и еще одного. Теперь они будут приносить мне прибыль. Я буду заходить в остров. И здесь получать эту всю прибыль. Все очень красочно. Распределяется здесь 50% на счет для покупок и 50% на вывод. То есть серебряные монеты это у нас покупки, а золотые это на вывод. Здесь нажимаете получить прибыль и все у нас собирается. И вот они поединки. У меня теперь навык поединщика 2. В поединках вы можете выбирать соперника. В случае победы над соперником вы будете получать золото, то есть сразу на вывод. Участвовать в поединках можно один раз за 4 часа, то есть чем сильнее соперник, тем больше золота получите. Так, давайте на первого нападем. Так, получил я одну золотую монету, что равняется 1 рублю. Так, имеется также серфинг, можно просматривать различные такие баннеры и получать за это деньги. Кликаем по баннеру, например. Переходим на сайт и за это получаем денежку. Так, бонусы в игре есть. Это получается от 1 копейки до 30 копеек каждые 5 минут, что очень удобно. Давайте получим на покупки. Тем самым здесь также можно развиваться и покупать новых персонажей. Внутренняя почта, можно задать вопрос. Чат, можно пообщаться с другими игроками и с админом. Главное не спамить. Конкурс рефералов пока что не проводится и конкурс инвесторов, то есть они скоро стартанут. Партнерская программа, как я сказал, здесь 15% на счет для вывода. Здесь ваша ссылочка есть и такие красочные баннеры. Вы их можете размещать и приглашать сюда людей. Давайте я попробую вывести отсюда деньги, проверить, платит проект или нет. Вроде бы я все уже рассказал. То здесь вы приобретаете своих персонажей, потом на острове собираете эту всю прибыль и уже выводите. Так, давайте выведем. Так, где здесь вывод? Так, вывести.
Так, минималка здесь одна золотая монета, выплаты раз в 24 часа. Здесь можно даже обменять, то есть с вывода на покупки, что очень даже удобно, если не хотите выводить, а просто делаете реинвест и покупаете еще больше персонажей. Так, Payer. Выплату могут заказать пользователи, которые пополнили больше, чем на 50 рублей. Я пополнился на 100, и у меня открылись выплаты. Вводим Payer кошелек, платежный пароль. Так, золото у меня получается 73.32. Так, заказываем выплату. Так, выплачено. Давайте зайдем в Payer кошелек, обновим это все. Так, 72 рубля, 31 копейка с проекта Остров Сокровищ. То есть эта игра платит, все хорошо, ревбэк даю здесь 100%, также выделяю страховочку 500 рублей. Ссылка на регистрацию будет в описании. Регистрируйтесь, зарабатывайте. Всем удачи, всем профита!